Гуси-гуси, ага-га, есть хотите? Да-да-да. Сейчас я встану. Сейчас отдаем, я встану. Так, что это такое? А, тюфяк, женщина. Да-да-да-да-да-да. Спасибо, ребят. Итак, смотри. А, не то. Сейчас вот тут смотри, сейчас. Опа. Что за бред? А чё я опасался, дебил? Ой, боже, рапич! Года в нашем мире мужчины становятся мудрее в плане того, что они все меньше хотят жениться. И это большой плюс на состояние мужчины. То есть, да, мужчина более умнее и здравомыслие становится, если он не озабочен тем, чтобы обзавестись какой-то семьей. И это действительно плюс, потому что мозг мужчины начинает жить по-настоящему. Вот. Если мужчина 30 лет не женат, значит мужчина умный. А если жена, ты в 25 и уже есть дети, значит, деду, тоже... Деду, привет, я тебя, Айн, да, мягкий знак любви. Как я, дело? Я тоже как тебя. Прошла операция по увеличению пениса? 30 сантиметров, ведь стукнуло. Удачного стрима. Чё ты это мелешь, брат? Какой пенис? У меня пенис и так хоть отбавляет змею эту. Что это за люди, блядь, на экране, левые какие-то? Его не будет никакой пользы для будущего поколения. Поэтому, если мужчине 30-ка, он еще не женат, у него нет детей, это молодец, это двигатель прогресса. Это кто? Так, ладно, ребят. Все, пойду полежу немножко, блин. А? О, облекот! Смотри, абрикос. У, сука. А? Что это за крест? У, сука, тварина, блядь. Не понял я, где абрикос? Что за бред? Абрикос, где? Что за бред? И что это за концепция здесь? Что за бред, чел? Да, сука, ну и бред. Подожди, я не понял, а что я типа негром стал или что? Так, видеоконцепция я не поймал здесь, поэтому здесь я не буду делать лайк, потому что концепция утеряна, да. Не, видеофрагменты, да, материал в целом неплох, то есть, да, в плане концепции, именно картинки обработана именно монтажерством, а именно сюжетная составляющая, она здесь отсутствует. Это вот тюфяк полежишь. Не, нормально здесь, концепции только нету. Я не увидел концепцию. Концепции. Она, ну, она реально, видео классное, да. Пацан реально крутой, кто это делает, реально. Ну, концепция где? Где она, концепция? Ты видел концепцию? Я не видел концепции. А я не хочу ее увидеть, а ее нету. А где концепция? А нету.
Ладно, сердечко за старание, но концепция упущена целиком и полностью. Я требую возвращения концептуальных. То есть видео, да, там не есть концепция, да. Здесь в чем смысл вообще? То, что типа я какой-то там лох, типа каблук, да, то есть да, есть такие люди, которые думают, что я подкаблучник, да. Все нормальные пацики знают, что я, блядь, настоящий, ну, самец, кобель, да. Монстр, блядь, я пожилая машина, сука, железка, блядь, я пришел ломать ебасосики. Я тебе сказал, что нельзя то делать, что ты сделал. Вот это что? Вот это ты, сука, зря. Вот за вот эту хуйню ты заплатишь. Блять. От тебя справа хука, ебать, либо слева. А? Въеби ему, блядь, давай, въеби ему, папаня, въеби. Я здесь главный, запомни, я здесь главный. Какой брат, бля? Это, бля, это брат. Это, сука, не главный он здесь и никогда не будет. Это последовательность, то есть просто параллельный эффект, так называемый VST Applied. Я просто не хочу причинять ему боли, пьянчику. Он уже так просто, ну, почувствовал боль жесткую, да. Я и так его уже все... То есть, ну, я его наказал уже неоднократно. Я предлагаю посмотреть «Горбатую гору». Да, да, я. То есть, ну, досмотреть. Да.